Привет, друзья! Мне в жизни очень повезло. Я была членом КИДа, да и останусь на всю жизнь. Мое имя Надежда Яковлева, и я хочу рассказать о жизни в КИДе с небессменным руководителем Светланой Викторовной Терентьевой, которая давно стала, давно уже нашей мамой. Эти встречи выпускников. Да, действительно, это было незабываемо. С трепетом мы ждали этих старых выпускников, встречались и пили лимонад, танцевали и пели эти незабываемые минуты дискотеки и смех и радость от наших встреч. А разве можно забыть наш кабинет, в котором мы часто слушали немецкую речь или проводили конкурсы и награждали наших членов КИДа? И было не важно, подарок это большой или нет, важно, что ты вместе. Или выступление на различных праздниках, где мы читали стихи, или чтение на немецком языке в кружке, или чтение стихов о Ленине. Это все была наша жизнь. А разве забыть эти КВНы и всевозможные соревнования? Куба далека, Куба далека, Куба рядом. Или вот мы разбойники. Это было что-то. И каждый год в конце были незабываемые походы. Мы ходили на Пенозеро, мы пели песни, мы играли в игры. Я вижу то, что не видишь ты. Ах, разве это забыть? С вами была Надежда Яковлева. И огромный привет всем, кто смотрит это видео. Пока!